Отдых в горах должен быть уютным и комфортным. Активисты из разных районов Карачаево-Черкесии проводят реконструкцию гостевого домика и территории у нарзанного источника Ула Верхняя Мара. Ранее домик у нарзана принимал много гостей, но из-за несчастного случая, который произошел зимой, в результате чего он сгорел, многим не удавалось оставаться здесь на ночлег. О благоустройстве места отдыха и о том, какие будут изменения, расскажет Алихан Лепшоков. Здесь, недалеко от аула Верхняя Мара, где находится нарзанный источник, сейчас ведется работа по восстановлению гостевого домика для отдыха. Этот домик для гостей уже много лет является излюбленным местом для ночлега отдыхающих на лоне этих прекрасных мест. К сожалению, из-за случайного возгорания, которое произошло зимой, многие лишились возможности здесь провести свой досуг. Очевидцы отметили, что пожар произошел из-за неисправности дымохода при отоплении дома. Домик загорелся из-за того, что там на крыше были осколки, которые сделаны из ружья, из всякого этого. Дымоход уже надо было его менять, конечно. Ночью случайно проснулся из наших товарищей. Он нас всех разбудил. Мы все выбежали. Дело было зимой. Был на речке лед, конечно. Мы постарались, конечно, водой потушить, но мы не смогли. Принять участие в благоустройстве территории у нарзана приехали жители из разных населенных пунктов республики. Инициатор, руководитель Карачаевского районного отделения общественной организации «Карачай-Ланхал» Джашарбек Качкаров подчеркнул, что создание комфортных условий отдыха здесь даст возможность многим гостям нашей республики не просто попробовать целебный нарзан, но и насладиться чудесной красотой природы этих мест. Очень я благодарен этим ребятам, которые отозвались и помогли. А здесь, вот вы видите, приехали с Мары. Ребята все, которые здесь были, они все здесь работают. Приехали с Ювелейного, приехали с Малокарачая. Ребята принимают активное участие в восстановлении этого домика. Помимо гостевого домика, здесь будет восстановлен и бассейн для купания, который 3 года назад из-за паводка был разрушен. Целебными свойствами здесь славится нарзан. Им лечат различные болезни желудка и печени. Помимо этого, полностью будет восстановлена крыша нарзанных ванн, где каждый приезжий сможет в скором времени окунуться. Такое интересное место. Источник целебный. Сахар понижает. Печень. Желудок для матери лечим этим источником. Ну, очень полезным. Создаем условия для людей, чтобы они лечились. Это и суставы. Вот сейчас только что отъехала женщина. Она говорит, нога так разбухла, говорит, ниже колена. Говорит, приняла, говорит, ряд ванн. И очень хорошо себя чувствует. Совсем скоро домик для гостей будет полностью восстановлен. Будет проведен и деревянный мост через речку к нарзану. Джашарбек Кочкаров еще раз призвал всех отдыхающих соблюдать чистоту и порядок. Каждый раз убирать за собой. Уезжая, наша съемочная группа проверила удобство и прочность новых дорог. Так что теперь сюда смогут с легкостью приезжать многие любители отдыха в горах. Алихан Лепшоков, Расул Бердиев, Вести Карачаево-Черкесия, Карачаевский район.